Когда мы работаем в программе Word, иногда все рано или поздно совершаем какие-либо ошибки. И, разумеется, эти ошибки нужно выявлять и исправлять. А для облегчения данной проверки существует специальная функция в программе Word. Предположим, у нас вот этот вот текст создан, да, видите, здесь у меня без ошибок. А сейчас, допустим, я сделаю сознательные ошибки. Которую сейчас программа Word попытается исправить. А, как видим, этот текст написан с ошибками. Он ошибки прямо подчеркивает. Далее нажимаем «Сервис». И вот сейчас нам предлагается вкладка «Правописание». Нажимаем. А, соответственно, мы можем для того, чтобы править ошибки, нажать «Сервис правописания», либо просто нажать клавишу «Все». Сейчас, как видим, нам производится ошибка. Вот это вот слово представляем, читаем, что написано с ошибкой. Предлагает вариант замены. Соответственно, нажимаем «Заменить». Далее. Слово «Добрый» он тоже написано, считается ошибкой. Точно так же нажимаем «Заменить». А далее «Пропустить», допустим, если мы не знаем, что дальше делать. Но в данном случае, видите, не согласование. То есть мы видим, здесь у нас слово было не согласованное, поэтому здесь поменяем на «О». «Изменить» нажимаем. Как видим, дальше вроде бы он считает, что все правильно. Но, как видим, вот здесь у меня была сознательно сделана ошибка, то есть можно считать это опечаткой. Поэтому надо еще дополнительно самостоятельно проверить текст вручную и посмотреть, где еще какие-то могут быть ошибки. Ну, как видим, на самом деле все видите довольно просто. То есть правописание, либо клавиша F7. То есть сейчас мы покажем, если мы посмотрим здесь, то вот клавиша F7 находится вот в этом месте на нашей обычной клавиатуре. Нажимая ее, мы точно так же сможем произвести проверку в данной программе. Ну что же, с данной функцией все. Спасибо за внимание.